Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает агентство Синьхуа. По его данным, глава КНДР отправился в Пекин по личному приглашению Си Цзиньпина и пробудет там до 10 января. Ожидается, что политики обсудят ситуацию на Корейском полуострове и процесс ядерного разоружения. Стали известны и другие детали поездки. Так, вместе с Ким Чен Ыном на его личном поезде в Китай отправилась и его супруга. Также лидера Северной Кореи сопровождают его советник и глава МИДа. Отмечу, это уже четвертый визит Ким Чен Ына в Китай с весны прошлого года.